Эй, братские печени, всем привет, с вами Иллинойс, и сегодня нас ждет покер в игре Poker Night at the Inventory, что можно перевести как покерная ночь в инвентаре, либо ночь покера в инвентаре. Странно, в инвентаре как-то звучит. А, вон оно что, это у нас это подпольное казино называется инвентарь. Вон оно что, ясно, понятно. Так, когда игру я скачивал, там было написано, что она на русском языке, но его тут нет. Очень жаль. Я тут уже немножечко поиграл. Ну, давно не играл в покер, поэтому хотел вспомнить, что к чему. И играл я на нормале. Давайте поставим хард, чтобы было все так жестко, серьезно, чтобы противники не поддавались. И все, поехали, да, можем играть. Я так не понял, здесь ли есть у этой игры прохождение или нет. Просто когда я выиграл там первую игру, то есть все одно и то же опять началось. Ну, видимо, что да, здесь если ты выигрываешь, то все. Дальнейшего движения нет. Я во вторую часть играл просто, и там как бы вроде бы можно ее пройти. Что-то в этом духе. А здесь вот это все повторяется по 100 раз. Another enthusiast, I presume. How good it is to see a fresh face here at the inventory. I imagine you're here for the card game with the fellows downstairs. Let me lead you down there. Хотя там был такой момент, что когда я вторую игру запустил, то там один из персонажей... First timer, I'm a bit more familiar with the... Положил вещи на стол, и их можно было у него выиграть. Может, здесь игра заканчивается на том, когда ты все у них выигрываешь? Ну фиг знает. Да ладно, все, да все, ну хватит болтать, за стол меня пусти, все. Ого, что за чувак тут бегает такой? Такого не было, когда я первый раз запускал игру эту. So welcome and enjoy yourself. Ah, your table. Hey, gentlemen. I hope there is room at the table for a fifth. Fresh meat. Свежее мясо. Да посмотрим сейчас кролик. Сейчас из тебя сделаю свежую крольчатину. In accordance with the house rules of the inventory set forth by Mr. Kent upon the club's founding, any congregation of 5 players around a no-limit hold'em table must play for the house stakes of $75. This is not too much. Of course, these stakes were set in 1910, and with inflation, let's see, tonight's buy-in will then be $10,000. Ну я еще здесь стол поменял. Some change, I say. Some change. The die по-другому отображается. The game will be no limit Texas Hold'em. I will periodically raise the blinds. May the best player win. Так, ну что, готово. Мы поиграть в покерочек. Так, это у нас кролик из игры. Я не знаю, мультфильм есть такой, по-моему, Сэм энд Макс. Игра называется. Там еще. С ним ходил огромный пес такой. Они там расследования всякие проводили. Далее, вот это у нас здоровяк, вот эта лысая башка, дай пирожка у нас из игры Team Fortress. А вот этот няшный Дэдпул. А фиг знает, откуда он. Вот хрен знает. И вот этот паренек. Да подожди ты, дай, блядь, это я вспомню, откуда вы вообще. Откуда я тебя ваши рожи помню. Из игры какой-то квест там есть. Как же название у него-то, у этой игры-то? Забыл я название квеста. Ой, да ладно. Ну, короче, он из той игрушки. Ну что, поехали. У нас на руках карты 4-5 одномастные. Так, дилером у нас является Дэдпул няшный. Так.
Да подожди ты, блядь, не ори ты, дай я подумаю, стоит сейчас с этим заходить или нет. Ну ладно, давай кол сделаем. Это тоже с Фолди, да? Ой, ну что делать-то? Ну, Фолд тоже нажмем. Ну и правильно сделал, что я... Не полез сюда играть. А может, надо было пойти? Да блин. Да ладно, сейчас тройку положит. Аулын? А, ну, до этого бы не дошло, да? Все понятно. Карту Ривера мы с вами не увидим. Ядрен батон с лопатой собирает фишки. Выигранные. Ну прям как это, как блин, на лопате. There's a distinct difference between fancying yourself something and actually being something. Oh, I'm sorry, I can't hear you because of all the traffic. I hear no cars. I'm talking about all my crazy web traffic. Чекнуть можем, давайте чек. This guy thinks he's some kind of strong bad with his GeoCities account. Yeah, we have a convention. Last year, like 60 million people came. Так, ну я здесь. Just because your attendees weighed as much as 60 million people check. Does not mean that's how many showed up to your rinky-dink dinky shrink. Чек, чек, да, все прочекали. Well, sure you don't get a pass next year. Ha! Like any convention. Нет, ну я тут не буду рыпаться. Честно, на нормале, когда играл я там, вспоминал правила покера и вообще просто. Что да и как в этой игре смотрел. Они играли с такой дичью на нормале, что там просто на изичах их выигрываешь. Хотя, может быть, и здесь сейчас они тоже играют так же, с такой же трешаниной. Так, ну и будем скипать. Где мы не участвуем, все раздачи будем скипать. Так, ну 8 валет, одномасные. Интересная рука, можно с ней сейчас будет поиграть. Кол, ну наверное кол сделаем, да? Макс, что там будет делать? So, no loot, then. Ага, рейзинг, да? Этот калирует. 600 калируем. Ну, наверное, да, калируем. Рука перспективная все-таки. Блять, не такая перспективная уже сейчас. Это все ставит ушастый. Наверное, тоже я делаю фолд. Ну, смысла нет. Что-то здесь вылавливать сейчас. Oh, I hate prudence. Max wins the hand. Hey, Heavyman, what's your living situation? I live in the Red Barracks. It's nice. There is food table. Слушай, ну и кстати это. Taking a room in the House of Straw. Разговоры совсем другие. Well, first you'll по сравнению с первой игрой. Tradition of tossing the fat hump of dump that currently occupies your new room. Так, а что я? А, я что-то должен сделать, да? Мой ход. Так, я где нахожусь? Так. Ну, рейзить я не вижу смысла, хотя можно попробовать резануть этот кол. Да они там такую дичь иногда вытворяют, что лучше. Давай, ладно, кол сделаем. Да пиздарики вообще, блядь. Чек. 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 Да и блефовать здесь опасно. Ну, а смысл сейчас блефовать, да? Нету, наверное. 2 вольта. Да, попробуем. Ну, блефанем мальца. Вот 600 поставим. I'm raising. Да, блядь. Ушастая скотина. Flops are stupid. But floppy disks are analog awesome. I am folding. Да, надо фолд делать. Did I tell you about the time Flint caught Artie Flop Shark, the poker instructor, taking money from all the tenants in the building next door? Прощупываем пока что. Прощупываем. I don't even look at my cards.
Король 2. Calling. Не, давай, Fault, не хочу даже с такими картами влазить сюда. Max wins the hand. The blinds are now 200, 400. Не, ну если здесь так, то получается нет смысла ну, эту игру проходить на прохождение. Давайте сейчас я тогда ее ну, сейчас вот сыграю здесь партиечку. А вторую часть там можно, кстати, пройти будет. И, может быть, даже ее на стриме попроходим. Так, ну что? Блять. Херово, конечно, все. Хочется и резануть, но они тут начинают устраивать тоже всякую дичь. Вон, блядь, смотри, рейзит, блядь, 3400. Ё-моё. Куда там ядрён батон? И хочется кольнуть. Саша, not so discreet. That's fine, actually. Кольнуть, что ли, не? Judge me. Два в раздаче, рука хорошая. Ну давай, наверное, кольнем, а что делать? 3400. Конечно, я, наверное, такую пожалею сейчас, что сделаю. Ну, очень хорошая. Ну, такая не совсем хорошая, но... Попробуем. Рисканем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что делается? Не, ну я не знаю, зайца ловить, попробовать. Ну давай all-in поставим, а что делать? Банк такой, что надо all-in ставить и все. Чё там? Чё, Ох, ебать. Заяц. Да fuck you вам в лицо всем. Вы охерели, что ли? Куда лезете, блин? Только не говорите, что я сейчас вылечу, нахер. I'm all in. I'm also all agamor. Полез, убийца. Чего? Два туза? Что? Две четверки? Только не туз, только не туз. Это будет херово, если сейчас туз ляжет на стол. Не, ребята. Не. Давай. Ничего. Еее, по красоте это было. Max has two pair. The heavy has two pair. The player wins the hand. Anybody can get. Но уже интереснее, слушай, вот это вот нормально. Вот это они с нормальными картами полезли играть. Я говорю, на нормале там такая трешня, они такую трешню разыгрывали, это просто дичь. Ой, ты посмотри. Разрыдался. Пошел рыдать. В жилетку. Иди отсюда. Отдыхай. Так, что еще? Кол, да? Ну, наверное, кол делать будем. Можно, конечно, сейчас немножко тут банком подавить. Мальца. 4. You have to call because you know what nefarious things I'll find to do with the money if you fold. Если я поставлю 2400, я могу себе позволить, кстати, сейчас давануть и попробовать выиграть, да? Рейс 5-6, ну хорошие карты. Ну, наверное, не давай я фолд сделаю, не хочу рисковать. Max wins the hand. Хотя надо было, наверное, влазить туда. И разыграть это дело. Но сейчас, конечно, я буду. Если что, там будет зайцем в зарубу залазить буду. Так, фол. Ну давай, наверное, поставим. Сколько там у нас? 600? 1200, давай вот так вот поставим. Рейс. Это все лезет-то, не боись ничего. Так. Две шестерки. Блин. Бет. Флоп. Краб. Trying to make a rhyme. You see what I was doing there? Ну давай, блин. А что делать? Ну будем пытаться выбить его. Чего, блин. I'm gonna call. Давай. Ну я понимаю, что ты меня выбил. Че там у него? 9 король. Ах, бляха-муха. Ну, я так и думал, что да, там я в прососе сижу, но надо было рисковать. Ну, давай, сытуху, шестерочку. Да хер там-то, ну ладно. Sweet.
Нет, так нет. Не получилось. Так, надо это немножечко это забыть нормальный уровень сложности и все-таки переходить так в более серьезной игре. Ребята здесь тоже такие прям нормально рубят. Так. Ну, мне рейзить надо все равно. А смысл? Давай, кол, сделаем. I'm calling. Check City, USA. Блин, хреново. Хреново. Тоже такая перспективная рука. Но в этот раз нихера, да? Ладно, чек, говорил. Уже интересней, уже намного интересней. Сколько ты поставил? 2300? Блять, ну я 2300 буду колоть. Фак. Ну ладно. Нет, так нет. Не получилось. Не получилось. Жаль. Фух, поехали. Две троечки. Я на в смысле? Твой ход. Ты чё там? I hear the cold ones are pretty good here. Aren't you like 10? You, shut face. Давай чек, сыграем. Банан. Банан. Чек. Nine. Да ладно, блядь. No, exactly what to do here if you used strong. Можно, конечно, было попробовать поставить. Но лучше не надо. Все-таки две тройки. Он бы там что-нибудь какой-нибудь рейс сделал. Мне, ну, хотя ладно. Можно было рискнуть. Так, ну давай кол, чё. Ну хорошо. Так, сколько? 1800. Tycho, is there a lot of criminal activity in the Pacific Northwest? Same as anywhere else, I suppose. It has its douchers, sure, but there aren't any real. Ну давай. That's all right. Sam and I could subsist on a limitless supply of two-bit hoodlums. Oh, or if you know of a cabal of greedy corporate monsters hell-bent on blanketing an entire generation in a deep exploitative sadness. Давай, ладно, будем ставить. Что там нам сидеть-то думать? 4000 поставим, так вот где-то. Вот так, 400. Да, я думаю, нормально будет. Бет. А, ну все, вылетел он. Можно, конечно, было чек-рейс сыграть, а вдруг он чек, а там ловит какую-нибудь на ривере карту хорошую. Не, лучше не рисковать. Так, не хочу я. Эта игра напоминает мне игру, когда ты сидишь, например, там мы любили в компании собираться, ну и в покерочек играть. И с нами там девушки играли, и вот примерно такую вот... Такая вот игра, как с этими ребятами против девушек. То есть ты ставишь много, а там пофиг, там кол, там смотришь, с какими картами не заходит. Такая дичь, такая труха вообще. И вот здесь такие же ощущения есть. Так, ну я не знаю, тут надо атаковать, а что делать? Или кол? Рейс. Ну да, не знаю, резану сейчас и потом и обосрусь, ну давай так вот. I'm gonna call. Эм, пофиг, да, ему кол, все. These are the good ones. You guys keep playing cards, and I'll keep thinking about playing cards.
Так, хорошо. В смысле? Блять, изи. Перебивать буду его. Ну, отлично. Давай смотреть. Что да и как. Чё у тебя там? Тузец, что ли? Да, тузец. А, 5-6. 6-5. Не, давай только без подъёба. Давай, 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 нормально, нормально. Нормальную карту... Да... А, все, заебись. Отлично, так. И этого другана мы вышибаем. Не, ну тоже он с таким трэшем полез. Все, красный, давай, пошел отсюда. Нормально там этот Макс его... По-моему, Макс, да, его там... Макс, да, потроллил его. Позже, читеры. Давай, давай, давай. You know, this place has been around for almost 100 years. Wow, that's older than some frozen burritos I've sucked down. This was the original location of Dixon's Games and Amusements Factory, founded in 1899. When Kent found out that an early draft of the 18th Amendment contained a clause outlawing the sale of games and amusements, he opened this place in secret, so makers and enthusiasts would always have a place to go. Ну, я бы поставил, наверное, попробовал бы прощупать почву, давай. 700 поставим, им похуй. Ну, чек. Бля, сколько ты ставишь-то? 400. А что у него может быть? Он сделал кол. Сейчас поставил кол. Max has two pair. The player has two pair. The player wins the hand. Those cards will do. Hey, Max, give me the skinny on your pockets. Так, отлично. Excuse me? You know, where you keep all that stuff. Блин, ну, странное поведение, просто реально странное, очень странное поведение у него было в игре, поэтому пытался блефануть. Так, ничего, давай Макса вышибаем, короче. И все, и останется против нас Тайко. Тайка, 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 вот пока они там это болтают, что-то думают. Что там? А, ты... Я смотрю, Тайка вообще пассивно играет очень. У нас Heavy, Strong Beta. Ну, Heavy, наверное, когда я на нормале играл, там... А, этот там красноборды херачит там в аппарат уже. Heavy был не самый такой агрессивный. Ну и Макс менее агрессивный. Strong Beta такой какой-то... Не поймешь его как-то. В какую сторону и какая у него линия игры. А у Тайка вообще просто очень такой пассивный игрок. Ну давай, чеканем, посмотрим. Давай, давай, давай. Что-нибудь там поинтереснее мне выкладывай. Ну, отлично. Так. Ну, все, похер, я забираю это все. Я так понимаю, что ты будешь, ну, не хочешь участвовать здесь. Кукол? Окей, okay, I check. Блять, ты чё? Ты чё, в туза попал, что ли? Ну давай немножко так вот прям поставим так. Вот. Ну все, понятно. Все, выдавили его. Так, Тайка, 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 откуда, из какой игры? Давай-ка посмотрим. Hippos. Corpulent brigands. Nothing like their elegant ungulate sisters, the giraffes. Это Penny Arcade. You know what I'm talking about? Those slender necks. Huh? А, вон откуда он. And muscular. You just want to wrap your arms around. Вон из какой игры он? Я понял. Maybe your legs. Just to see what it feels like. Он за rain, sway in the fucking rain slick. No? Is that precipice of darkness? Вот оттуда он. Так, окей. Что мне надо сделать? Этот кол, этот чек, это кол. Оки-доки, шмоки. I'm all in. All in, да? Effing A. Oh. 4200 при короле тройки. Шесть шестьсот банк.
Не знаю даже, что делать. Там может быть у него любая пара, да, я буду стоять против него. Но не очень я буду стоять, все-таки троечка так себе. Ловите только короля. Да кол, наверное. Туз, что там, туз 10, да? Туз 8. Ну, посмотрим, куда эта дорога меня сейчас заведет. Хер. Да, понятно, что олрайт. Давай-ка еще пикушечку. Да, твой... Ну, давай еще пикушечку. Пикушечку, пикушечку, пикушечку. Да твою же за ногу, блядь, дилер. Ладно. This reminds me of a story about a rabbit and his ostentatious bank account. Ладно, не вышло. Hey Max, how do you like being a freelance police officer? It's the best. I bet it is. Oh, but that's not all I do. I'm also available for babysitting, bat mitzvahs, and general shakedowns. Do you know anybody who needs work? Max wins the hand. So anyway, oh, but that's not all I do. I'm also available for babysitting, bat mitzvahs, and general shakedowns. Do you know anybody who needs work? See, this is why I think we get along. Так, две пятерки. You need anybody roughed up? There's a bird at the pet store that's been giving me a little beak, yeah. Так, что он поставил там, кол? Тайка все колет, да? Ну давай, чек. Смотрим, что у нас сейчас придет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. I bet. Сколько поставил? Пять? Make a calm and rational decision! Давай, all-in. Все. Shit. Sweet. Think of all the games, occult artifacts, and trips to the petting zoo that could be bought with that pot. Ha! That flop makes me want to kill myself. Or pack my stomach full of saltwater taffy. Так. I'm calling. Ну окей, давай смотреть, что у тебя там. Чего? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну вообще неплохо. Вполне бодр. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все. Jesus jumped up Christ. Ну все, друган, давай. Все, вылетел, друган. Ну тоже, конечно, с говном каким-то полез. Хотя почему с говном? Не, нормально, попал же в туза. Но немножко как-то он опрометчиво, мне кажется, сыграл. Все-таки туз у него был со слабым кикером. Например, был бы у меня туз помощнее, я бы тоже его выигрывал. Ну а так, все хорошо. Остался кролик. Чё зубастый, давай играть. Давай all-in сразу. Hey. Fold. В смысле, fold? The player wins the hand. The blinds are now 500, 1000. Ты давай не ссы, заяц. I call. Ну окей. Слушай, ну этот калирует. Я когда остался против Стронгбеда, он тут, как говорю, агрессивнее играл. А он там рейзил, там, а колу от него там я не видел ни разу. Хотя, может быть, так мне кажется. И они все, как бы, искусственный интеллект к ним привязан один и тот же. Хотя, мне кажется, что-то там для каждого персонажа свое зашито. Ну давай, чек. Ну, тут я не смогу выйти из этой раздачи. Тоже чек, It's да, cool делаешь? Ну, давай. Зря я чекал, конечно. Но я бы тут, наверное, уже ставить начал. Где-нибудь так вот, что-нибудь из разряда 1500. I'll call that. Так, ну что, давай, наверное, ну сколько, ну давай, ну давай, ну не знаю, давай его все деньги поставим, 7500. Да? Вот собака, а, вот скотина. Ну ладно, думал, сейчас я его выбью, но не получилось.
Давай, наверное, кол сделаем. I'll check too. Okay, I check. Да я, наверное, тоже чек. Ну, хотя можно попробовать было и атаку провести. I bet. Не, ну здесь, конечно, я уже калировать буду. I hope he calls. I hope he calls. Ну давай, мне кажется, здесь надо калировать. I call. Ну, а больше ничего не остается. Ну, в тройку по... Блять! Вот я влип, а? Ну ладно. Yes. Все-таки у него была рука посильнее. Max wins the hand. Ну ладно, Макс. Поехали. Call? Давай чек. Oh, reminds me of the time I played checkers with Super Ball in the Oval Office with a board made of suspiciously human-looking bone. Давай чек. I'll tell you someone you don't want to give a bad check to. Flint Paper. Fiscal disturbances make that man do. Да ты не болтай ты, блядь. Давай. Global economic crises. Играй быстрее. I bet. Чё, бет? Не-не-не-не-не, я не полезу. Мне это неинтересно. Так, все. Max wins the hand. All right. Отлично. Так, поехали дальше. Туз 2. Ну давай, наверное, так сыграем. Ты рейз, да? 5700. Блять, all-in ставить надо. I want you to have all that beautiful money. The player wins the hand. Так, хорошо. Туз 4. I call. I'm gonna call. Ладно, окей. Смотрим, что да и как. Чё у тебя там? 9-7? Ну давай, только нормальный. Ну вы положи нормальные карты. Так, нормальные. Like крестушечку. Туз. Давай. Туз. Хорош. Тузец. Ну. Давай, нормально. Да, пожалуйста. А, какого е, блядь. А, нет, все нормально, да. Фу. Ха-ха, победа. Отлично. Oh, so those are the sorts of cards I'm supposed to have. The player wins the tournament. What happened? I astral projected into the mind of a stampeding wildebeest for 45 minutes or so. What did I miss? Так, и у нас победа. Так, я еще немножко не выздоровел. Все прибаливаю еще. Болезнь все никак меня не отпускает. И наваливаются на меня иногда приступы кашля. Поэтому здесь небольшие подрезки в видео делаю. Да и не только в этом видео, еще в других. Но надеюсь, скоро меня это дело отпустит. Так, надеюсь, у меня никакой там не омикрон. Я выиграл 2 турнира, но один из них был на нормале. Второй турнир я 3 игры сыграл. Во второй игре я пролетел, я был, попал в пару. Стоял сильнее, но этот Хэви под конец выловил стрит. И, ну, на ревере пришла ему нужная карта, и я отлетел. Вот такие вот дела. Грустно. Можно было и там выиграть еще. Deal New Game. Тут такой момент. Я не знаю, вот эти Deal New Game. И они сейчас будут какие-то свои вещи выставлять. Но мне кажется... У этой игры нет конца и края, то есть бесконечно можно сидеть и играть в нее. У второй части все-таки нам есть какой-то турнир. И я когда задавался этим вопросом, кстати, по первой части не задавался, когда задавался вопросом по второй части, есть ли там окончание у игры, да, там есть, там даже идут титры в конце. Ну хотя надо еще раз пересмотреть, может быть они титры везде всегда идут в той игре. Ну, посмотрим. Так, ну ладно, вот такая вот победа у меня получилась. Все неплохо. Еще раз я по этой игре поизучаю все вопросы,
Там можно ее пройти, нельзя. Если нет, ну тогда, значит, будет одно видео по этой игрушке. А по второй части, я думаю, все-таки, наверное, буду проводить стрим. Все, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойз и Poker Night at the Inventory. Всем пока!